Вот передо мной дерево или большой кустарник. Как его лучше назвать? Черной бузины, бузина древовидная. Собираем мы цветочки ее. Вот они сейчас в полном разгаре цветения. Белые, очень вкусно пахнут. Но аромат такой нежный. Бузина черная, ее цветы мы используем в различных сборах. Это, конечно же, от простуды, от кашля, жаропонижающее действие. Воспалительные заболевания, например, суставов. Очень хорошо сочетается с иван-чаем. Вот каждый июнь обязательно цветочки мы заготавливаем. И когда мы срезаем цветы, обязательно половину дерева мы оставляем на ягодки, потому что ягодки мы будем заготавливать осенью. И по законам садоводства считается, что ягоды будут даже крупнее осенью. Поэтому вот такое вот ценное дерево. Сними поближе, подойди, цветочки.